Черт тебя подери, проклятое масло! Юля? Юль, ты? Юль, ты? Иду. Иду, иду. Вам кого? Вам телеграмма. Ходить. Вам говорящая телеграмма от Михаила Дятлова. Мы были вместе, ты и я. Нам было хорошо с тобою. Ну, а теперь свободны мы. Так будет лучше нам обоим. Не держи на меня зла и будь счастлива. Как друг, я всегда с тобой. Это все? Нет, еще бандероль. Телеграмма, бандероль, это какой-то бред. Распишитесь в получении. Хорошего дня. Всего доброго. Я думала, у нас отношения. Рада вас как дура. Тест на беременность, две полоски. А он сбежал. Родилась с патологией сердца. Знаешь, я когда ее носила, так злилась, так ненавидела. Я так виновата. Водички попей. А потом я поняла, что кроме меня у нее никого нет. И решила, что буду бороться. Понятно. А у тебя фотка ее есть? Аленка. Можно? Ты знаешь, я даже представить себе не могла, что столько бабла надо, чтобы врачи в твою сторону хотя бы посмотрели. Потом он появился, типа, помогу. И помог. Я компромат для него добывала, в чужом белье рылась. Он практически весь бизнес на моей информации построил. Ему хорошо, а мне приходилось в этой грязи по уши валяться. Ну, ты же ребенку хотела помочь, кто тебя осудит? Да. Выбирать не приходилось. Либо пожрать, либо девочке лекарства купить. А сегодня встретились. Он обещал денег дать. Я обломала. Нарочно. Садист. Видишь, что он со мной сделал? У тебя карта есть? Какая? Ну, кредитная, конечно. Ну, есть, и зачем тебе? Давай сюда. Алло, Лапуль. Да-да, Майк, я в Москве, да, пока в Москве. А, в налоговой? Ну, я быстро. Я тебе сейчас цифрики пришлю. Это карточка. Вот на нее, пожалуйста, сгрузи все мои скромные гонорарчики. Да, да-да, целую. Угу. Да-да, я тебя, да. Спасибо. И что я теперь должна сделать для тебя?
Держи. Ну, знаешь, а я бы не отказался узнать у этой, как у Ирены, грудь настоящая или нет? Чего ты на меня так смотришь? Смотрю, ты или это? Я, конечно, тоже еще. Как подменили. С чего такие метаморфозы? Встретил хорошего человека. Влюбился? Полюбил. Первый раз в жизни, представляешь? Повезло. Да что ты мне фуфло-то гонишь, а? А? Эта гостиница еще в совковые времена на ладан дышала. Да что ты меня паришь? Я вырос в Рязани, я все там знаю. Все, потерял-то свои проценты. Я буду заниматься этой проблемой лично. Все, давай, отбой. Привет. Привет. Что у тебя с рукой? Да ничего, ударился просто. А ты уже здесь? Как видишь. А что не в роддоме? У вас же там типа семейное торжество. Мигрень накрыла. О, это что у нас такое? Майк вернул. Подарочки, понятно. Я-то думаю, что Альфонс и Брюлик не возвращают. Ты проверь, может, что зажал себе. Часики, смотрю, какие. 100%. Вернул тебе китайское дерьмо, подделка, а сам себе оставил оригинал. Как был говнюком, так и остался. Не надо так говорить, мне это неприятно. Если ты не хочешь меня обидеть. Что с тобой? Он же гаденыш последний. А? А ты ему подарочки, бабло, себя в постели. Я-то чем хуже? Вот чем я хуже, скажи мне? Может, тебе какой-то, другой подход нужен, а? Ты с ума сошел? Тихо. Мариша. Прости, у меня просто сегодня очень тяжелый день был. Я очень хочу быть с тобой. Так, ну что, по свету посмотрим? Нормально? А вот это не мешает? Нет. Так, давай мою рекламную рожу крупно. Ну, поехали. И? Ну, я даже не знаю, как начать. В общем, у меня сегодня очень важный день. Я наконец-то понял, что не один во Вселенной. Ну, в смысле, что не пуп Земли, как раньше думал. Ужас. В общем, там, везде есть маленькие окошечки, их миллионы. За каждым из них вы. И у каждого из вас свое счастье и своя беда. Вот у этой малышки очень тяжелая болезнь. Она живет исключительно на лекарствах, очень сильных и вредных. Есть радикальный способ помочь — это операция. Но, к сожалению, у ее мамы нет на это денег. Но если каждый, кто посмотрит это видео, откажется, я не знаю, хотя бы от кружки пива или еще какой-нибудь мелочи, да или просто так переведет немного денег, то у нее, возможно, появится шанс. Так, второй этаж. Да, пап? Ой, извини, я, наверное, выписку не успею, я в дикой пробке. Да, дома увидимся, извини. Пока. Ники несут.
Держите. Вот так, аккуратненько. Вот так. Мы очень рады, что именно в нашей клинике счастья произошло столь значимое событие. Вы знаете, вы самая любимая наша пациентка. Ваши фотографии украсят галерею звездных мамочек. Я желаю вам счастья. Ой, спасибо вам. Может быть, заглянем еще раз? Да? Ну что, пресса на месте? Да, все готово, прошу. Ну, пойдемте. Ники, малыша к журналистам личиком не поворачивай. Плохая примета. Что за дурацкие фобии? И вообще, давай-ка не разговаривай в таком тоне. Потому что он все слышит и понимает. Ой, господи, как же мне плохо. А все болит, как будто палками побили. Ну, Ники. Так домой хочется, скорее. Да, скорее, давай пообщаемся с прессой и сразу же поедем. Да мы можем пройти мимо, просто сказав красивую фразу, без комментариев. Ты что, их не знаешь, они же такого понапишут. Ты так мило смотришься с этим кулечком. Ну давай, давай, иди. Пошли. Первая, а я сейчас тебя догоню. Пошли, пошли, мы пошли, мы пошли. Где мой телефон? Яна, я не знаю. Ты врешь, я тебя последний раз спрашиваю. Яна, вас журналисты ждут счастливую и радостную. А агрессия не к лицу вам. Прошу. Вырастет достойным человеком и моим преемником. Поздравляю вас, Яна. Спасибо. Я уже так соскучилась по малышу. Как вы назовете своего ребенка? Виктор. Имя победителя. То есть Виктор-победитель станет основным наследником клана Фарбей? Поэтому вас не приехали встречать остальные члены семьи? Так, я прошу прощения, давайте мы отпустим Виктора домой отдыхать. Да, 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 да. А мы с доктором, да. Мы с доктором ответим на все ваши вопросы. Кто стучится в дверь ко мне? Иду, иду, иду. Ой, это собес, дождалась. Заходите, миленькая, заходите, жду вас. Жду вас, жду, заходите. Здравствуйте. Меня зовут Марина Фарбей. Я хотела бы с вами поговорить. Ну так и проходите, и поговорим. Мы собираемся пожениться с вашим сыном. Что с вами? Витя, Витя. Марина в пробке застряла. Приедет сразу домой. Я знала, что твои детки выкинут что-то подобное. О, она всего лишь стоит в пробке. Ты прекрасно понял, о чем я. Теперь все напишут, что наш ребенок не стал членом семейства Фарбей, потому что семья его тупо проигнорировала. Дорогая, поверь, это не всемирный заговор, просто жизнь. У Глеба проблемы с Варей. Аня еще не оправилась после болезни, у нее постельный режим. А Марина... Стоит в пробке. Я помню. Спасибо. Вот так. Аккуратненько. Вот. Наша мама здесь. Простите, что я без предупреждения. Просто он очень мало рассказывает про вас, про прошлое. Хотел вас поближе узнать. Ой, уйдите, ради бога, уйдите. Простите, я не понимаю. Мой сын погиб 3 года назад. Да нет, то что мы с Петром, вот. Борис. Моего сына зовут Борис. Звали. Петр Макарский, вы разве не работаете в школе? На заводе. И сын до самой смерти на заводе работал. Представляешь, Ди, я все свои вещи отдала в храм. Все. И священник сказал, завтра придут прихожане и все разберут. И будут за меня молиться. Ну ты смотри, только не загордись. Да ты что, это за это я им спасибо должна сказать. У меня такое ощущение, что я железяки с себя сняла, а не вещи. Я поняла. Долой шмотки и шопинг. Совсем рехнулась. Слушай, ты долго будешь кататься? У меня там машина по-дурацки припаркована.
А между прочим, там сумка. Ну что ты ржешь? У тебя вообще постельный режим, а ты тут носишься, как угорелая. Как маленькая, ей-богу. Ди, ты гений. Это ведь правда, как в детстве. Поехали. Как будто мы маленькие дети. И все легко и просто. И мы каждый миг ждем какого-то чуда. Или Деда Мороза. А, ты еще волшебных фей ждешь. И фей. А вокруг целый мир. Ди, посмотри, вокруг такой прекрасный мир. А давай прямо здесь сейчас представим, что мы на вершине мира! Где мы? Неважно где. Я поняла. Я хочу жить! Я люблю тебя, жизнь! Я люблю тебя, мир! Я самый счастливый человек на Земле! Ди, а тебя я тоже люблю! Ты знаешь, ты у меня самая лучшая подружка на всей планете! Так, теперь мы женихов будем искать среди фигуристов. Они, кстати, богатые, но только Плющенко уже занят. Да это не важно, среди кого искать, ты не понимаешь. Самое главное, это чтобы он меня любил. А я любила его. Единственное, ради чего стоит жить, это любовь. Любовь. Любовь! Любовь, любовь. Любовь. Никита, помнишь, что обещал? Сегодня же скажешь детям все, как мы решили. Послушай, ну сегодня такой день... Самый подходящий. Ну хорошо, хорошо. Ники, аккуратно. Ага. Вот так, спокойненько. Ага. Так как насчет няни? Завтра же начну искать, да. Ты не волнуйся, я уже кого в дом не пущу. Хватит, понапускались тут чужаков. Иди в дом, а то малыш простудится. Кстати, мы больше в своих услугах не нуждаемся. Ставь машину в гараж, и можешь быть свободен. Уверена? На 100%. Хотя, может, скажешь, ты нашел мой телефон или нет? Лена, я уволен. И на ваши вопросы могу не отвечать. Слышь, ты хоть слово против меня скажешь? Я тебя уничтожу, понял ты? Подонок, а? Уничтожу. Извините, не подскажете, терапевтическое отделение? По коридору прямо. А, спасибо. Олег! Здравствуйте. Хорошо, что я тебя встретила. Привет. А ты дядя Олега не видел? Да, видел. Он в соседнем корпусе. У него сегодня врал после выходных. Ага. А как он вообще? Да нормально. Взял документы, пошел работать. Понятно. Вас проводить? Нет. Да ты что? Ты иди. До свидания. Пока. Ритуля, девочка моя, что ты не идешь завтракать? Ты прям трудоголик у меня какой-то. Работаешь. Прости, я увлеклась. Ух ты! Это вот ты вот все вот это делаешь. Красота. Талант. Ты знаешь, я рассматривала тех младенцев. Посмотри, какие у них складочки, кудряшечки, пухленькие пальчики. И со мной как будто что-то случилось. Я поняла, что я не ревную. Так он. Я про Соню. Когда я обо всем узнала, мне казалось, что я не смогу это все пережить. Но потом прошло время, и во мне как будто что-то сломалось. И
Наверное, я перегорела, что ли. Но вот мне сейчас не больно, но грустно. Но я поняла самое главное, что ребенок, он не виноват же, что случилось так. Дети. Дети — это счастье. Да. Мне Бог не дал. Теперь Сонькина малыша будет жить частичка Ильи. Мне кажется, это прекрасно. Прекрасно. Что же вы за дураки такие? Просто сборище идиотов какое-то. Кончилась лафа. Явилась. Ну, пришла Горгона наша. Не могу, вон она мне где. Лучше бы она язык прикусила, чем ногу повредила. Бог с ней, поживем в тишине. Пойдем завтракать, пойдем, я жду тебя. Да, иду. Чао. Алло, да, ну извините, здесь не услышала. Да, здесь же шум на рабочем. Сеньора. Да. Алло. Вы должны это посмотреть. Подождите, у меня важный звонок. Это тоже важно, сеньор. Оставьте меня, я вам сказала. Алло. Да. Ну, что я могу сделать? Да. Но она не собирается уезжать. Я же здесь не одна. Ну, все, я поняла. И обязательно что-нибудь придумаю. Франко, Пьетро, подождите секундочку. В этом конструкторе без 100 грамм не разобраться. Да, и я бы уже хотел начать мероприятие. Кому еще шампанского? Мне какой шампанского. Какой тебе компот, а не шампанское, повторюшка, мартышка, а? Что это у тебя? Это мое темное прошлое. Смотри, спешу, да. Смотри, тут мама на скольки учит. Ну-ка. Смотри, пап. Помнишь? И... Смотри. Тише! Да что ж такое, а? Ребят, ну тише, я же сказала, ребеночек спит. Ну, можно хотя бы в этом проявить уважение. Всем привет! Ну и где же мой братик? Спит. Как жалко! Малыш не подчиняется вашим капризам. Когда хочу, тогда и заявляюсь. Яночка, я тебя поздравляю. И всех нас выпьем. Все нормально? Лучше всех. Ну что же, я бы хотел выпить... за нашу семью. Все наконец-то в сборе. Мариш, а где Петя? Пап, а он что, уже член нашей семьи? Ну, об этом только ты нам можешь сказать. Дорогие мои, я просто хотел вам сказать, что я счастлив. Да. Яночка не просто подарила мне сына. Ну, это чудо. Это просто чудо. Правда, я даже не думал, что я... Иди ближе к теме. Что? Давай я скажу. Ой, в общем так. Папа ваш хотел сказать, что теперь наступают другие времена. У нас вот родился сыночек. А вы, наши дорогие, уже выросли. Подождите, это если я правильно понял, типа, пора и честь знать, давайте-ка разлетайтесь по своим собственным гнездышкам, да? Так не вопрос, пап. Я уже для нас с Варей и Машей квартиру снял. Марина к Пете переедет. О, Анька одна осталась. А я вам тоже мешать не буду. Я уезжаю. Только не знаю еще куда. Мне же надо вырулить свой правильный путь. Отлично. Балласт скинут. Ломайте стены, делайте, что хотите. Свобода. Тем более, что мою комнату вы уже захватили. Уймись. Я о другом хотел сказать. Давайте смотреть правде в глаза. К сожалению, никто из вас не стал моим полноценным преемником в бизнесе. Никто. Так вот, я решил сделать основным держателем акций Виктора. О-о-о! Да-да, пока что он мал. Но если со мной, не дай бог, что-нибудь случится, то акциями будет доверительно управлять Яночка до его совершеннолетия. Вот такое решение. Круто. Я думал, территорию освобождают. А нас конкретно из семьи выперли. Спасибо, папочка, что не расстреляли. Ну, не перегибай. У вас у всех остаются доли. Да, да. Папочка, то, что я 5 лет горбатилась на твою фирму, а теперь я не удел, это нормально? Пап, только не говори,
что ты это сам придумал. Что вы все на деда накинулись? Мачехи так всегда поступают. Ну, чтобы родной папа своих родных детей в лес отвел и там оставил. Да-да-да-да. Маш, здесь взрослый разговор. Да она и вас в лес отправит. Ну, или яду в кефир подсыпет. Я такое в кино видела. Ники, молодец. Ты что же, позволишь оскорблять меня, да, в моем же доме? Господи, у меня молоко пропадет. Так вот, это мое решение. И оно окончательное. И прошу без комментариев. Обед готов. Ну, не знаю, как вы, а у меня аппетит пропал. Жрите сами, как говорится. Да, вот знаете, вот вообще есть не хочется. Маша, пойдем-ка поиграем во что-нибудь. Спасибо, папочка. Счастливо оставаться! Витя спит, но неспокойно спит. Я пойду. Ням-ням-ням. Эх ты, дитя фастфуда, как ты вообще это можешь есть? Ой, я сейчас хомячу все, что угодно. Нереально хочется есть. Надо было сначала отужинать, а потом выходить с гордо поднятой головой. А я счастлива, что так случилось, потому что мы вылезли из этого семейного болота и не увязли там на всю ночь. Да уж. Марин! Чего? Ну, я знаю, что есть сестры получше, чем я. Но я тоже могу выслушать и совет какой-то дать. Но я же вижу все. Ну, что с тобой случилось, а? Ну, ты скучаешь по нему? По кому, Ань? Ну, по Майку, по кому? Ну, ты кого угодно можешь обманывать, только не себя. У тебя глаза! Что, у меня тушь потекла? Да нет, какая тушь, я ж серьезно. Глаза у тебя потухли. Ты когда с Майком была, ты счастливая была, у тебя глаза горели, ты светилась изнутри. Ну, ты же сама знаешь, просто Петр не твой человек. Ань, я ничего не знаю, ничего не понимаю. Сегодня утром меня Петр вообще напугал. Он был жесткий, он был жестокий. В нем как будто два разных человека живет. Да полный гад твой Петр! И я это не из-за себя. Я не из-за ревности. Мне самой стыдно, что я за ним тогда бегала. Ты вообще прости меня, идиотку, за это. Ладно, все, проехали. А верить ему никогда нельзя было. Я всегда это знала. Вот. Хорошо, что я у этого идиота фотки забрала. Они что, знакомы? Я ничего не понимаю. А ты логически рассуждай. Ты с Майком рассталась, когда он якобы с Катей спал, а Катя – знакомая Петра. Ну, дошло? Так он его подставил? Значит, Майк мне не врал, это все Петр? Ну, правильно, он мне даже подарок свой вернул, потому что ни в чем я виноват. Какая же дура! Какой кошмар! Анька, мне надо срочно выпить для храбрости. Я должна сегодня же разобраться с Макарским. Я ему докажу, что я не игрушка. Пойдем куда-нибудь. А я знаю отличный магазин вина. Пойдем. Вот, пожалуйста, вот тебе и все. Вот этот генератор вонючий, вот он, вот. Простите, а мы как-то долго ехали, нет? Да вот, если бы вот не этот генератор, мы уже давно доскакали. А я Михалычу говорил, что менять его надо. А он на следующей неделе, вот тебе, пожалуйста, на следующей неделе. Сегодня раз и все. Ну ничего, тут до речки недалеко осталось. До речки? Ну да, до речки. А дальше я там не проеду, там дальше переправа. Там дальше только ножками. Как же ножками? У меня чемодан тяжелый. Чемодан тяжелый? А муж-то чего не встретил?
Понятно. Одиночка, значит? Вот правильно люди говорят, что мужики городские обабились, женской красоты совсем не видят, а наши видят. Вот я вижу, что и ладненькая ты, и красивенькая, и чернобровая, казачка небось. Огонь! А давай по полтинничку за знакомство, а? Давай! Давай! А ну-ка, держи. А ну-ка, помоги еще. Давай, давай. Тяжелый. А что там в чемодане у тебя? Гостинцы. Давай помогу. Вот. А тут, смотри, закусочка есть. Ну-ка, дай сюда. Ну ты чего? Накаталась. Нет, ты чего? Я ж, ну, просто за знакомство, ну... Господи, надо же, кто пожаловал-то. А мы и не ждали тебя. Я уж думала, Денька, ты с концами. Нет, как видите. Вот и ладненько. А то ж все на меня свалили и сами все попрятались. Олег-то вон только за неделю приплатил. Обещался вчера быть и ни слуху, ни духу. А я за просто так сидеть не собираюсь. Достаточно? Тюх. Да, конечно. Кто там? Так беглянка ваша. Тамар, спасибо вам большое. А? Вы можете идти, а я сама присмотрю. Ой, девонька, имей в виду. В следующий раз уедешь, я ж с ней сидеть не буду. Не собиралась горшки выносить-то. До свидания. Не уеду. До свидания, Бабдаш. Зайди завтра с утра. Будьте любезны, мне, пожалуйста, бутылочку моих шандон или просека. У него по периметру палатки только чипсы и пиво. Он в своем Узбекистане даже не знает такое слово просека. Чуть за хрень. А мне нравится. Слушай, круто, что нас Папкин вытурил сегодня, да? Ну, мне это весело, потому что я уже полбутылки уговорила. А ты что такая довольная? Да круто, мы с тобой тусим вместе, как подруги, первый раз. Мне даже жалко, что я не пью. У меня же типа другая жизнь, зато я твой трезвый водитель. Сестренка, я тебя люблю. Оставайся себя такой настоящий, ладно? Какой? Не пьющий зануда и сентиментальной дурой? Нет. Умный, заботливый, еще и сильный. Правда? Тогда я пойду бить морду Макарскому вместе с тобой. Нет. Здесь я сама справлюсь. Как-нибудь. Только зря ты пьешь на голодный желудок. Сейчас придешь, делов натворишь и вырубишься в самый неподходящий момент. Да это ерунда, шипучка. Мне надо задать ему пару вопросов. Сестренка, я недолго. Давай. Ушла, пропала, на звонки не отвечаешь. Пришла пьяная. Ну и кто-то после этого. Я Марина Фарбей. И ты это знаешь. А вот кто ты такой, мне непонятно. Хочешь продолжить утреннюю ссору? Давай, если это нормально между мужчиной и женщиной. Я только за. Ссориться, когда есть смысл. Когда есть отношения между мужчиной и женщиной. А у нас по всем пунктам. Пробел. Ты что несешь-то? Петенька. Я была в этом доме, где цветочки на кошке стоят. Зачем же ты мне врал, а? Она жалость давила. Женщина же любит жалеть. А там, глядишь, ей шанс, что еще и полюбит. Молодец. Удачно выкрутился. Интересно, что ты на это скажешь. Ты за мной... Шпионила, да? У меня есть дела поважнее, семейные. Семейные? Не смеши меня. Твой папашка вот так вас киданул. Все, младенечку своему оставил. Это не твое дело, ты понял? А что такое? Петенька.
Так ты всю эту кашу-то из-за чужих денег заварил? Мишу подставил, меня заполучил. Вот у тебя какая любовь к чужим денежкам? Нет, к твоим замечательным глазкам. Кривляешься, как гимназистка, трепишь нервы мне, выедаешь мозг. Че, не нравится? А? А раньше ведь тебе нравилось. Не прикасайся ко мне, я от тебя ухожу. Меня не кидают, это я кидаю. Утром был послан, и сейчас туда же пойдешь, ясно? Я всегда добиваюсь того, чего я хочу, а? Я его убила. Иди, мамочки. Бежим скорее. Пошли. Я его убила. А ты он такой здоровый. Анька, если бы ты не пришла, если бы я дверь заперла. Ты же мне жизнь сейчас спасла, ты понимаешь? Ладно, ладно. Я тебе говорила, он урод. Ой. Спасибо тебе, сестренка. Все, все. Да я сама виновата. Я же его не любила, я специально хотела Мишу насолить. Господи, что мне теперь делать? Как что? Надо Мишу возвращать. Он же твое счастье. Так, давай, доставай сейчас прям телефон. И звони ему. Звони прямо сейчас. Сейчас. Ну что? Ну что? Он уехал. Он уехал к ней. Ну и что? Он думал, что он тебя потерял. Так, что же делать, что же делать? Я знаю, куда я хочу. Я уже очень давно хочу в Италию. И ты поедешь со мной. Только не рыдай. Хорошо. Я называл тебя ангелом, помнишь? Ради красного словца, конечно. Но тогда я был большим придурком. А ты все изменила. Все, что было до тебя в моей жизни, это как бег по кругу. Я искал славы, денег, успеха. Стыдно подумать, но даже жениться хотел, чтобы попасть к небожителям. А с тобой я остановился, огляделся и... увидел, как прекрасен мир. Ты мой ангел, Рита. Хоть и не сразу это понял. Опишу я все это, потому что произносить простые искренние слова я, к сожалению, пока не научился. Но я знаю, что хочу быть с тобой всегда и везде. Прости, что не сказал это в глаза. Я люблю тебя. Да, Кать, привет. Нет, нет, я в Италии, не в Москве. Что, могу говорить, ты о чем? Подожди, помедленнее, помедленнее, что случилось? Да, так это отлично, ты о чем? Фу, ну тут поздравляю тебя, такими темпами вы прям за пару дней всю сумму соберете. И останется еще на этот, как его, Диснейленд. Ну и на туфли с платьюшком тоже. Так, ну, Кать, ну, кончай реветь, а. Да никакого это не чудо. Тут помощь ближнему – это нормально. Просто, к сожалению, многие об этом забыли. Ну, все не так. Ну, я же просила с фонарями разобраться. Вот, вот же они, вот. А вы где их установили? Франк, все не то, понимаешь? Не то. Я же просила фонари. Вот. Вот здесь мы решаем эту проблему. Мы решаем ее. Переустановим фонари. Просто так мы не поняли друг друга. Не надо мне рассказывать, что вы не понимаете русский язык. Хорошо. Я 300 раз это рассказала. Хорошо. 4 дня подряд, каждый день. Хорошо, мы сделаем. Господи. Рогатцы, давайте. Давайте, ребят. Грация, грация. Спасибо большое. Ничего себе. Привет. Привет. Какими судьбами? Да я просто из тех, кто приходит в гости по утрам. Красота какая. Спасибо. В дом пустишь? Конечно, это же твой дом. Нет, это дом Марины Фарбей. А, кстати, будущей Макарской. А ты? А я остановился у Луиджи. Буду петь там по вечерам за койку, ну, стакан вина, моцареллы. Ничего себе. Ну, не ожидала. Ну, ты должен поберечь свой голос, а не то останешься. На улице голодный? Да, да, ты права.
Да. А Анжела как? Анжела? Да я, собственно, больше его не видела с тех пор, как была эта драка на озере. И слава богу. Слушай, сегодня же праздник. Какой праздник? Очень, очень известный итальянский праздник. Итальянский праздник? Да. Я тогда, наверное, пойду переоденусь. Ой, ты и так прекрасно. Майк! Да нет, я правда Майк! Переоденусь. Привет! А, ты приехал! Майк, держись! Смотри, мы можем вот туда поехать. А можем вот туда. Туда хочу. Где флажок? Там красиво. Поехали. Эх, ну что, конь, не подведи. Ты сейчас думаешь о том же, о чем и я? Ну, смотря, о чем ты думаешь. Ну, сначала ты скажи. Ну, давай вот сначала ты, а потом я. Я первая спроси. Хорошо. Я сейчас думаю о том, когда мы будем совсем-совсем старенькие, но очень красивые. Сидеть в нашем огромном загородном доме. У камина. У камина. Вокруг нас будут бегать бутузики, маленькие такие, и все на тебя похожи. А я буду им рассказывать про нашу бурную молодость. А ты о чем думала? О том же. Только ты забыл про собаку. А собаку? Мы купим им, когда они немножко подрастут. Ну вот, значит, девочку мы назовем. Ты знаешь, что я тебя никогда не брошу? Надеюсь. Да и плюс, ты уже никогда не отвертишься. В смысле? В прямом, нам сама природа помогает.